Завершился новогодний турнир по хоккею с шайбой среди детей 2008-2009 годов рождения. Ледовая арена «Промсервис Отан» стала местом выяснения спортивных отношений между четырьмя командами. Две команды, представлявшие «Экибастуз» ПСО-1 и ПСО-2, а также гости из Караганды, команда «Юность» и мальчишки из Петропавловска. Если команда «Промсервис Отан-2» участвовала в турнире вне зачета, то остальные три команды боролись за почетные призовые места. Первое место заняла команда ПСО-1. Гости из Караганды увезли с собой серебряные медали турнира. И третье почетное место за ребятами из Петропавловска. В личном зачете лучшим вратарем назван воспитанник Экибастузской школы хоккея Александр Горкин. Лучший защитник из команды «Кулагер» Петропавловск стал Тимур Жуковень. Лучшим бомбардиром стал Павел Бабешко, представлявший команду ПСО-1. Можно отметить Павла Бабешко, это как бы наш воспитанник 8-го года рождения, играет за команду 7-го года рождения и лидер-бомбардир команде. Также в этом турнире отличился вот вратарь из Караганды, юности команды. Тоже мальчик 8-го года, отстоял все игры, хоть и пропускал голы, но как бы отстоял с полезным коэффициентом. Поздравляем юных спортсменов с очередной победой!